Сквер «Октябрь» у одноименного Дома культуры в поселке Мехзавод – одно из первых общественных пространств, благоустроенных в городе по программе формирования комфортной городской среды. Зеленый оазис привели в порядок в 2018 году. Тогда здесь сделали тротуары, газоны, установили скамейки. По просьбе местных жителей вместо старой танцплощадки обустроили новую для катания на скейтбордах, а также восстановили фонтан. Глава Самары Елена Лапушкина проверила, в каком состоянии сейчас находится общественное пространство. Очень рада, что этот фонтан действует, фонтан сохраняется и, в общем-то, находится в работоспособном состоянии. В такую жару, конечно, территория вокруг этого фонтана и сам сквер очень востребована жителями. Детские площадки находятся в безаварийном состоянии. Есть замечания по деревьям, увы, в такую жару есть высохшие ветви. Проговорили, чтобы в любом случае дополнительную опиловку провели. А вот сквер у ЗАГСа в поселке Управленческий отремонтировали недавно. В прошлом году за благоустройство именно этой территории проголосовали сами жители – более 22 тысяч человек. Здесь не только обустроили территорию, но и установили декоративные светильники, качели и арт-объекты. Сквер не зря носит название у ЗАГСа. Именно здесь создаются семьи жителей Красноглинского района. Да, небольшая территория, но совершенно точно она с таким со своим очарованием. Будет любимым людьми, я в этом не сомневаюсь. Есть место, где отдохнуть, есть место, где сфотографироваться с молодоженом. Это очень зеленая территория, поэтому вот очень рада, что на территории Красноглинского района появилась еще такая точка притяжения. Местные жители регулярно выходят в сквер на прогулку. Детям особенно нравятся новые вращающиеся скамейки. Очень красиво и очень хорошо. Спасибо, что это сделали, потому что тут было очень неуютно. А теперь можно отдохнуть, посидеть. Вот с детьми пришли, с внуками. Очень даже хорошо. Еще одно место притяжения не только жителей Красноглинского района, но и всех самарцев – вертолетная площадка, откуда открываются удивительные панорамы на Национальный парк Самарская Лука, акваторию Волги и Жигулевские горы. Здесь работы шли 2 года в рамках региональной программы содействия развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области. Это одно из излюбленных мест самарцев. Я вижу, что, в общем-то, не утратила она своего очарования, наша вертолетка. Даже особых замечаний нет. Да, были замечания у нас по собственникам, которые разместились на территории вертолетки, по содержанию, там, по внешнему виду, но по самой вертолетной площадке особых замечаний не было. На вертолетке все приближено к природному рельефу. Растительное наполнение учитывает разнообразие местной флоры. Это практически луговое разнотравье. Здесь разработаны маршруты и сценарии пребывания для всех групп населения. Созданы дополнительные смотровые площадки и террасы для обзора и фотосессий. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.